Потребители начинают учиться защищать свои права. Правда, это дается непросто. Спор о щепке в торте супермаркет «Южный» проиграл. Суд обязал его выплатить родителям пострадавшей девочки 164 тысячи тенге. Попробовав торт от кулинаров супермаркета «Южный», двухлетняя девочка чуть не погибла. Острая щепка, оказавшаяся в кулинарном изделии, попала девочке в глотку и там застряла. Врач, вытаскивающий инородное тело, сказал, что девочке просто повезло. Если бы острая щепка попала в пищевод, она бы пробила стенку, и тогда девочка могла бы умереть. Родители, пострадавшие в исковом заявлении, требовали, чтобы супермаркет возместил им как материальный ущерб, так и моральный вред. На лечение и оформление документов они потратили около 50 тысяч тенге. Моральный вред был оценен в 300 тысяч тенге. Суд удовлетворил требования частично. Сумма морального и материального ущерба уменьшилась вдвое. Супермаркет должен будет выплатить почти 164 тысячи тенге. Правда, решение еще не вступило в силу.